Перинатальный центр, у нас возгорание. В подвале сектора горит гардероб гинекологического отделения. 28 июня на пульт дежурного Федеральной противопожарной службы поступил сигнал о возгорании в перинатальном центре. Так начались тренировочные пожарно-тактические учения. На тушение условного возгорания были направлены гарнизоны пожарных охран Заречного и Пензы. Всего, значит, в учениях принимали участие 10 автомобилей, из них 6 специальных пожарных автомобилей и 4 основных. Личного состава 45 человек. 20 квадратных метров. Первоначальная площадь возгорания, но огонь быстро распространялся. Кроме того, в подвале, где был обнаружен очаг возгорания, находился неэвакуированный человек. Такой была легенда учений. На решение поставленной задачи у огнеборцев ушло около получаса. Пожарные подразделения с задачей справились на оценку удовлетворительно. Ольга Егорова, Андрей Лёшин, телерадиокомпания «Заречный».